что такое конфликты и как с ними работать. Вот в нашей ситуации, допустим, вы сделали pull request, два человека у нас их одобрили, но слить мы не можем, потому что GitHub нам говорит, что в каком-то файле конфликт. Что это значит? Что пока мы работали над своей веткой, кто-то в ветку main что-то еще добавил, и эти изменения несовместимы с нашими. Это не страшно. Сейчас мы научимся, как это исправить. Что нам для этого нужно? Ну, в данном случае это не моя ветка, а чужая, поэтому мне первым делом надо ее к себе на компьютер утянуть. И я это сделаю как? Я найду pull request и сделаю checkout его к себе. Можно даже поменять на самом деле название ветки, чтобы мне было понятно, что это такое. Это название будет только у меня на сервере, оно останется как есть. Вот мы загрузили ветку. Видим, так, в истории. Это нам наша ветка с pull request 21. А в чем у нас проблема? У нас есть ветка main, которая опережает нашу тематическую ветку, и возник какой-то конфликт. Нам нужно слить ветку main в нашу. Как это лучше сделать? Для начала нужно, чтобы у нас была информация в нашем локальном репозитории, актуальная, которая на вышестоящем. Что мы для этого должны сделать? Мы должны обновить проект. Кнопочка «Обновить». Всякий случай переключусь еще раз в main. Что нам показывает main? Что наш main на один commit отстает. Мы сделаем update. Ну, это то же самое, что вот я вот, надо было мне делать update, когда я был на main. Делаем update. Раз. Вот. Один commit подгрузился. Мы вот его тут видим. Теперь вернемся обратно в нашу тематическую ветку. И мы должны слить. Можно сделать как вот кликнуть на main правой кнопкой и сказать merge into current. Слить эту ветку в нашу текущую. Можно щелкнуть на вот эту локальную копию, которая у нас есть. Я бы сказал, что надежнее вот пойти в раздел Remote, наш Origin, с которым мы работаем. Вот она, наша ветка на GitHub. И кликнуть здесь. Сейчас мы когда только что обновили, в принципе, это одно и то же, но считаю, что надежнее кликать сюда. Выбираем. Получили окошко IntelliJ, которое говорит, что есть конфликт вот в этих файлах. В данном случае один файл. И нас интересует кнопочка Merge. Если у нас большинство конфликтов он сам разрешил,
там, где он не смог, он пометил такими вот красненькими полями. Что мы тут видим? Справа состояние кода, которое сейчас актуальное в мейне. Там есть, добавился вот такой метод. В нашей тематической ветке мы добавили вот такой метод. И мы его добавили в одно и то же место кода, поэтому он не знает, что сделать. Но IntelliJ нам позволяет сделать это, разрешить ситуацию очень легко. Он понимает, что это не просто какой-то текст, это вот код программы на Java. Он видит, что вот это вот методы. Он их выделил кусочками и нарисовал нам красивые кнопочки. Вот это вот принять вот эту часть, принять вот эту. Я бы сначала взял то, что там изначально было в main, чтобы ничего не менять. И здесь у нас стрелочка стала немного другой. Она смотрит как бы вниз. То есть мы, если сейчас нажмем, оно не скопирует поверх этого, а добавит вторым. Что мы получили? В итоге и первый метод тут, и второй метод. И все выглядит хорошо. Вот тут еще синенькие пометочки, то, что он сам слил автоматически. Тут примерно понятно, что произошло. Вот в мейне там лишний пробел перед названием метода, а в нашей ветке тут все чисто. Он в итоге сделал красиво, и нас это устроит. Все, что тут изменилось? У нас немного порядок изменился. В нашей ветке поле определяются в начале класса. Это более правильно. Пусть будет так. Мы проверили, все хорошо. Жмем применить. Когда мы нажали применить, у нас создался коммит слияния. И наша ветка локальная обновилась в соответствии с текущим мейном. Но вот мы видим, что мейн он чуть-чуть отстает. Вот наша ветка, вот мейн на сервере. Теперь нам осталось нашу работу отправить на GitHub. Нам push. В этом окошке он может показать больше коммитов, чем у нас на самом деле было. Но этого бояться не стоит. Вот этот наш коммит, который мы только что создали, а это вот остальное все, это он подгрузил, чтобы синхронизироваться. Это все то, что появилось в main за то время, пока мы работали над своей веткой. Даже автоматическое сообщение можно увидеть. Вот мы слили main в нашу тематическую ветку. Разрешили конфликт в таком-то файле. И кто разрешил конфликт? Жмем push. Отлично, ушло на сервер. Возвращаемся на GitHub. Попробуем обновить. Проверяем, возможно ли слияние. Все, слияние допустимо. У нас уже GitHub помнит, что мы хотим сливать методом squash. Просто жмем эту кнопочку. Тут он нам показал
заготовку для нового сообщения коммита, так как squash означает склеить несколько коммитов, которые у нас были. Он все сообщения из этих коммитов сюда нам добавил. Тут чуть-чуть подправлю. Тут строчка у нас будет тема коммита. Это дополнительная информация, которая в последующих строках сообщения коммита. Как-то так. Все хорошо. Нажимаем слияние. Прошло успешно. Нашу тематическую ветку можно сразу удалить. Больше не нужна. Так. Собственно, все.